В эфире «Центр новостей». Мы начинаем информационное вещание. В студии Дмитрий Мансуров. Доброе утро. В Александро-Мариинской больнице закрывают ковидный госпиталь. Медучреждение постепенно возвращается к плановой медицинской помощи. Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Астраханской области постепенно стабилизируется. В связи с этим было принято решение постепенно возвращать медицинские учреждения к прежнему режиму работы. Теперь в Александро-Мариинской больнице хирургическое отделение номер один вновь сможет оказывать как плановую, так и экстренную хирургическую помощь. Астраханский аэропорт работает в штатном режиме. В среду Владимир Путин сделал заявление о проведении специальной военной операции в Донбассе. Это связано с наступающей угрозой близ российских границ. После обращения президента приостановили работу 12 аэропортов на юге России. В числе них был и Астраханский аэропорт. В Росавиации заявили, что ограничения будут действовать до 2 марта. Позже пресс-служба аэропорта имени Бориса Кустодиева уточнила, что наш аэропорт под действие ограничений не попал. Решение о выполнении рейсов принимает авиакомпании. Накануне были отменены вылеты и прилеты из Баку, Ростова-на-Дону и Москвы. Астраханский аэропорт продолжает свою работу. В каком режиме, обсудили в прямом эфире с Сергеем Дмитриевым, заместителем генерального директора «Новопорт». Аэропорт Астрахани не попал в число закрытых аэропортов по югу. Несмотря на поступающую информацию о том, что аэропорт работал не в штатном режиме и был закрыт, мы работали сегодня целый день. Авиакомпании самостоятельно принимали решение по выполнению рейсов или его закрытию. На сегодняшний день из дневного расписания авиакомпании не выполнили только 4 рейса, а именно Сибирь на Москву, Азал на Баку, ЮТР на Сочи и на Ростов авиакомпания «Азимут». Всего мы не перевезли сегодня от отмены 4 рейсов 800 человек. Все остальные авиакомпании летают штатно, никаких ограничений мы не чувствуем. Вы ведете переговоры с авиакомпаниями. Что они обещают пассажирам, к тех, кто сегодня не смог вернуться в Астрахани, на что могут рассчитывать? Авиакомпании предоставляют альтернативные маршруты движения, это первое. Авиакомпании возвращают все 100% деньги, несмотря на то, что у некоторых есть невозвратные тарифы. Авиакомпании обещают с завтрашнего дня выполнять 100% расписания. Вот такая информация на сегодняшнюю секунду. В Зацареве ограничили автомобильное движение. В Астрахани на месяц закрывают участок улицы Адмирала Нахимова. Несколько лет участок «Адмирала Нахимова» возле дома офицеров огорожен. Там произошла авария на сетях канализации. Сейчас «Астраводоканал» заключил договор с подрядной организацией. Специалисты будут менять участок сети и укладывать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе города. Специалисты намерены заменить 150 метров изношенной сети водоотведения. Часть трубы проходит под дорогой. Именно участок от улицы Первая Котельная до дома 141 по улице «Адмирала Нахимова» сегодня утром перекрыли для автомобильного движения. Завершить работы ремонтная бригада планирует до конца марта. Ограничение будет действовать до 1 апреля. Коммунальные службы готовятся к наступлению весны. Специалисты приводят в порядок мосты и дороги. Последняя декада февраля выдалась в регионе теплой. В связи с хорошей погодой коммунальные службы приступили к помывке льерных ограждений вдоль городских дорог. Работы уже прошли на Аэропортовском шоссе в Советском районе. Там применяли спецтехнику. Когда на улице будет значительно тепло, то льерные ограждения помоют повторно вручную. Также сотрудники муниципального предприятия «Чистый город» вновь выйдут и на улицу Адмиралтейская. Там очистят от грязи проезжую часть. Работы проводят как на центральных магистралях, так и на небольших улицах. Современное книгохранилище. В Астрахани на базе Центральной городской библиотеки откроют модельную библиотеку. Городскую библиотеку оснастят мультимедийной техникой, оборудованием и современной мебелью. Помещения разделят на зоны – информационно-досуговую, читательскую и служебную. В книгохранилище создадут медиацентр. Будет организовано рабочее место с аудиосистемой для людей с особенностями здоровья. Это позволит слабовидящим людям прослушать произведения мировой литературы. Фонд обновленной библиотеки пополнит 4000 книг и учебников. Их в данный момент в книгохранилище более 60 тысяч. В этом году также модернизируют сельские библиотеки в Камызякском и Володарском районах. Пространство нового поколения создают в рамках нацпроекта «Культура». На обновление каждого выделили по 10 миллионов рублей.
уединение, где человек может почитать, поработать. Вот. У нас появится коворкинг-зона, у нас появятся зоны для выступления спикеров, у нас будет сцена, у нас будет читальный зал, он будет очень трансформируемым, и он будет превращать из себя и сцену, и площадку для выступлений, и встречи клубов, объединений. Завершается зимний этап творческой школы для одаренных детей и молодежи. Мастер-классы провели ведущие музыканты из России и стран зарубежья. Артисты из Москвы и Казахстана провели занятия для студентов музыкального училища, консерватории и воспитанников музыкальных школ. За 6 занятий по игре на скрипке и виолончели музыканты с учениками изучили технику игры и сценические поведения. Сейчас в детской музыкальной школе номер 1 проходят занятия по баяну. Их проводит заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Сидоров. Также в этом сезоне прошли мастер-классы по фортепиано, балалайке, домбре, кларнету и академическому вокалу. В творческой школе для одаренных детей и молодежи обучаются участники и победители международных и всероссийских конкурсов. За 9 лет существования проекта его участниками стали более 550 человек. Обучение проходит не только астраханцы, но и жителям других регионов и стран. В этом учебном году международный культурно-образовательный проект впервые решили проводить в 4 потока – осенью, зимой, весной и летом. Все-таки, чтобы действительно увидеть, насколько ребенок может вырасти уже в своем мастерстве, чтобы педагог, приглашенный педагог, как правило, это педагоги из лучших вузов нашей страны, этот педагог мог оценить динамику те задания, которые он дал, и действительно увидеть результат. Вот в этом, в общем-то, и заключается то, что мы проводим школу не один раз, а уже, чтобы увидеть результат, направить ребенка. Астраханские студенты могут получить господдержку в размере 1 миллиона рублей. Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на конкурс «Студенческий стартап». Гранты будут предоставляться студентам российских вузов в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Участники, чьи заявки одобрит экспертное жюри, получат гранты на реализацию стартапа. До конца 2024 года в рамках студенческого стартапа правительство страны направит 4,5 миллиарда рублей на поддержку студенческих бизнес-идей. В этом году гранты смогут получить 1000 студентов. На конкурс могут подать заявки учащиеся вузов, которые готовы разработать новые товары, изделия, технологии или услугу на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований. Подать заявку на конкурс «Студенческий стартап» можно до 11 апреля. Астраханки смогут побороться за звание «Мисс Этна». 8 апреля пройдет 10-й международный молодежный фестиваль. Задача фестиваля «Мисс Этна» – укрепление дружбы между народами и сохранение народных традиций. В юбилейном конкурсе смогут принять участие девушки, представляющие культуру народов, проживающих на территории Астраханской области. Конкурсантам необходимо подготовить приветственные визитки, презентовать творческие номера, этнические костюмы, национальные блюда. Участие бесплатно. Заявиться на международный молодежный фестиваль можно до 20 марта. Конкурс проводит Азербайджанская молодежная организация России в Астрахани совместно с городской администрацией. Более подробную информацию можно получить в группе фестиваля «Мисс Этна» в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм. И пока это все новости к этому часу. Больше информации на нашем сайте. Ну а мы ждем от вас тем для репортажей. Пишите нам в мессенджеры и звоните в редакцию. Ну а я желаю вам хорошего начала рабочего дня.